Привет всем, с вами я, Вика. Хочу пригласить вас на шашлык у бассейна. Смотрите, какая идиллия. Дочка пошла включать. Там таймер есть, можно на 30 минут, на час, на сколько надо. Вот. Хорошо, никого сейчас нет. Я вот сделала, мариновала в луке. Вчера на пикнике у нас было немножко больше. Немножко больше мяса было. Вот это осталось. Очень много мяса купила. Вот. Ну там такая упаковка большая, просто была и свининка. Хорошее такое беленькое мясо. И это все, это желтенькое, это все выжарится. Вот вчера все выжарилось, не будет вот этого жира, вот этого жирка. Он весь мягенький, поэтому будет шашлык. Я сделала соус. Это такой соус из йогурта. Там есть, я в блендере, ну надо взять не весь, ну, например, купили такую литровую банку йогурта. Надо греческий брать, он густой. И оттуда где-то чашку я в блендер кинула. И туда мяты, тарагона, немножко тарагона, мяты, соли и чеснока. Много-много чеснока, где-то полголовки. Но у меня было много, у меня был литр где-то вот этого йогурта. Но туда надо в блендер чашку, потому что он очень редкий делается после блендера. Вот там все смололо, чеснок, всю зелень. Потом туда бросила, бросила туда нарезанный укроп и остальную, остальной йогурт. И перемешала чуть-чуть. 2-3 пульсации перемешалась. И вот такой йогурт. Он очень, во-первых, он не жирный такой. Он очень вкусный. Он здоровая пища. Ну, как бы all natural. Все натурально. И единственный минус, что так как это йогурт, там жидкость все-таки есть, эти тарелочки не размокают под ним. Вот поэтому надо кушать либо на пластиковых, ну, на пикнике, ну, либо на нормальных тарелках. Но вот мы быстро будем кушать, и потом нам домой близко. Такой хороший, дочка говорила, хорошая вода. Такой бассейн, сейчас попробую. А мне сказали, что 80 градусов по Фаренгейту нагреваю, сейчас попробую. Ой, какая водичка хорошая. Но 80 градусов здесь, наверное, нет. Есть, наверное, 70. Не думаю, что есть 80, это слишком много. Но уже на гриль кладет. А что, уже нагрелось этот гриль? Нагрелся? Горит, горит, я вижу. Ну, пусть жарится. Вот, и свинину надо хорошо прожаривать, но не зажарить, чтобы не было очень твердое. Вот надо поменьше огонь потом сделать. Сначала большой, а потом поменьше. Вот. Такие хорошие шампура я купила в холсе, ничего. Пусть так и будет. Все, все нормально. Не надо так далеко. Зачем его не трогать? Дала. Нас здесь нету разу. Холстом чего скупила, вот такие по 2 доллара были. Там есть еще потоньше и вообще тоненькие. На, например, на шрим, как они, на креветки. Надо еще прикупить их средних и тонких. Все, пошли ждать. Позвоню пока маме, пока жарится, потом вам покажу опять. Вот наши шашлычки. Они уже такие, некоторые хорошо поджарились, но еще надо чуть-чуть. Свинину надо хорошо прожаривать, нельзя ее оставлять не прожаренной. Вот эти они не очень еще, мы их переставим местом, местами. Вот это сюда. Какие такие запахи, я чумить. Ой, я уже все, я уже не могу, но еще чуть-чуть, еще немножко. Шашлычок с видом на бассейн. В бассейне такая водичка хорошая, надо будет пойти поплавать. Ой, мясо вкусное-вкусное, я уже пару штук съела. Не вкусненькое, не взяли мы вилок, ложек. Вкусненько. Я только в луке, лук и соль. Мариновала я люблю, когда мясо имеет такой вкус лука. Такой простенький маринад, но самый такой вкусный. Изумительное мясо, не жирное. Жир весь вытаился, вытаил, как сказать, выжарился.
Такое мясо вкусное, хрустящее сверху и мягенькое внутри, как надо. Вот, я бы хотела сюда еще томатного соуса к шашлыку. Дома есть, но я что-то не подумала, думаю, буду с этим. Ну, лучше когда два, для разнообразия, но очень вкусно. Вот, и погода совершенно изумительная, просто так приятно тепло, никакой жары, даже не то что жарище, нет, жары нет. И так хорошо, ой. Тихо, никого нету. Никого нету здесь, только мы. Вообще рай на земле. Жизнь удалась, так сказать. Все, пошли мы кушать. Всем приятного аппетита. Всех люблю, целую. Чао.